Горячие споры разгорелись по поводу судьбы памятника архитектуры конструктивизма, он же культурный очаг Кировского района. Дворец культуры имени Горького, что ныне принадлежит профсоюзам, нуждается в серьезной реконструкции, денег на которую владельцев нет. Одна из самых престижных театральных площадок города, видимо, неубыточна. Спектакли и концерты расписаны на много месяцев вперед. И вот, казалось бы, самый очевидный путь – поиск инвестора, но профсоюзы готовятся к продаже. Вообще, само явление ДК, можно сказать, правопреемник народных домов, которые в начале прошлого века были организованы, чтобы притушить революционную активность населения, занять делом молодежь и противодействовать пьянству. Строились, как правило, за счет государства, реже благотворителей. Но в Петербурге, пожалуй, самый известный народный дом – это нынешний мюзик-холл, а упомянутый ДК Горького, кстати, стал первым построенным ДК в СССР, причем на деньги профсоюзов. Вот с такой религией ликвии сегодня они собираются расстаться за сотни миллионов рублей. Впрочем, при помощи депутатов ЗАГСа заплатить настойчиво предлагает правительству города. Чем дело кончится, попыталась понять Жанна Скворцова. Это будет совершенно новый номер. В том, что ансамбль-дебют, покоривший всю Европу, снова потрясет публику, нет сомнений. Рецепт успеха, считают во Дворце культуры имени Горького, не только хороший преподаватель, но и удобный зал для репетиций. Нам, например, уже в другой зал не поместиться. Вот если здесь у нас 40 детей в классе, поэтому воздуха и для занятий хореографии это необходимо. О том, что эти залы придется покинуть, родители узнали из новостей. Дворец культуры имени Горького выставлен на продажу. Собственник Федерации профсоюзов рассчитывает выручить за здание больше 500 000 000 рублей. А куда мой ребенок пойдет заниматься? То есть это будет очень большая проблема. Во-первых, это для девочки будет очень большой стресс. Вот в нашем районе, вот здесь вот, мне некуда отдать, просто больше ребенка заниматься. Для потенциального инвестора Дворец культуры имени Горького – лакомый кусочек. Это раньше пролетарская окраина, а теперь до центра, можно сказать, рукой подать. Раз, два, три, еще каких-то 10 метров, и вот она, станция метро Нарвская. Общественный деятель Виенберг говорил, настало время дать рабочим дома, в которых было бы и соответствующее помещение для многолюдных общих собраний. Замысел воплотили архитекторы Александр Дмитриев и Александр Гегелло. Последний, как автор проекта, был удостоен гран-при на Всемирной выставке в Париже. Строгий и лаконичный фасад выражает дух эпохи, в которой рождалась эстетика крупных объемов и гладких плоскостей. Это была новая концепция. Не многоярусного зала, так скажем, у нас в Александринском театре, в Михайловском, в других, а такого зала, где как бы единение сценического пространства и аудитории. В суровые 90-е, когда дворцы культуры закрывали двери, ДК Горького перешел на хозрасчет и, к удивлению, преуспел. Сама обстановка 90-х, люди, как ни странно, тянулись к творчеству, тянулись. И хотелось согреться здесь. Дома были проблемы, а сюда приходили, они здесь находили тот очаг, где им было тепло, красиво, уютно. Сейчас Дворец культуры – это 27 коллективов и студий, где занимаются 3000 горожан. Театр балета и эстрадной песни, и за студия, курсы ирландского танца и школа фламенко. 7, как здесь говорят, клубных формирований совершенно бесплатные. Например, легендарный академический женский хор, созданный еще в 44-м. Мы же начали петь еще в те советские наши годы. И до сих пор поем. И тянемся к этому. И когда мы действительно стоим на сцене, то мы воодушевляемся. Глаза горят. 5 лет назад Дворец культуры приютил Великорусский оркестр народных инструментов. Вместе со списанными балалайками и домрами старейший творческий коллектив попросили из другого ДК ГАЗа. Там были много лет хорошие люди, которые сохранили тяжелые 90-е годы оркестр. А потом пришел человек, которому все это было до лампочки, и сказал: убирайтесь. Здесь магазин шуб, здесь у нас маникюр, педикюр, салон красоты. Именно судьба ДК ГАЗа, первый этаж которого больше напоминает вещевую ярмарку, утверждает Денис Четырбок, заставила депутатов городского парламента выступить против продажи Дворца культуры имени Горького. Если этот объект перейдет, например, в коммерческое использование, то есть очень большой риск того, что культурная составляющая просто будет факультативной. И мы, как всегда, будем наблюдать напротив наименования ДК, вместо культурной программы или спектаклей, просто рекламу о продаже каких-то меховых изделий.
Некоторые эксперты считают такой ход популистским, ведь с юридической точки зрения собственник имеет право распоряжаться своим активом как угодно. По этической ответственности на сегодняшний день никто о ней, как правило, не думает. Я думаю, что если завтра разрешат устанавливать какие-то ларьки вокруг Александрийского столпа на Дворцовой площади, то найдутся те, кто готовы будут, несмотря на все этические нормы, воспользоваться этой возможностью. По словам экспертов, перепродажа собственности – обычная практика, и совсем не обязательно, что новый владелец выставит творческие коллективы на улицу. Вполне возможно, что его просто устраивает норма окупаемости, как я сказал, и он готов будет приобрести этот объект. Может, ему не хватает для его портфеля культурного объекта культурного наследия в Петербурге, чтобы рассказывать о том, какой вот он прекрасный инвестор. Это все зависит от той концепции развития объекта, которую примет для себя девелопер. Если они примут по концепции развивать, например, торговый центр, то туда придут сети. Прям сразу, за 5 секунд, серьезно. Первый этаж сдастся в лед. Если там решат вдруг каким-то мифическим образом сохранить культурную функцию, то тогда ее, может быть, как-то уменьшат, а все остальные площади модернизируют и сдадут. Частные инвесторы всегда есть. И сейчас ходят вокруг, с удовольствием купят. Поэтому мы и говорим, что лучше, чтобы, конечно, этот объект был у города, чем нежели у частного лица. Циничный капитализм. И никакой социальной, подоплеки там не будет. В своем первом обращении к губернатору, тогда еще Георгию Полтавченко, депутаты парламента предложили городу выкупить памятник конструктивизма. Ответил им уже Александр Беглов. Сначала в письменной форме. Учитывая стоимость объекта, приобретение здания ДК не представляется возможным. На днях глава города свою точку зрения озвучил публично. На сцене Дворца культуры Александр Беглов сделал встречное предложение. Я предлагаю, давайте его подарим городу. Беру на себя обязательство, во-первых, привести его в идеальный вид, абсолютно. И нашим детям, нашим внукам, всем членам профсоюза на все концерты ходить бесплатно. Ну подумайте, я аплодисмент услышал, подумайте. За 90 лет здание еще ни разу капитально не ремонтировали. Ничего изменять нельзя. Памятник культуры и архитектуры, внесенный в государственный реестр. Сейчас дворец живет за счет театрального зала, по сути, став прокатной площадкой для российских звезд. Концерты ежедневно и каждый раз аншлаг. А что с ними не так? Ну, вы понимаете, видите, ткань, она уже, протирается. Потом пружины ломаются у кресел. Но менять надо не только кресло. Например, ремонт фасада эксперты оценили примерно в 150-200 миллионов рублей. Таких денег, говорят в Федерации профсоюзов, у них нет. Обновлять фасад придется уже новому собственнику, возобновить поиски которого профсоюзы грозятся уже через месяц. Жанна Скворцова, Виктор Хлебчик, Вячеслав Раков, Алексей Купцов и Роман Великосельский. Вести, Петербург.